вот такое вот приложение для того, чтобы общаться анонимно. Анонимно можно общаться на любые темы, почему-то. Вот. Можно выбирать без пола, общаться неизвестно кем, можно выбирать свой пол. И общаться с мужским или женским полом, или не важно с каким полом, вот. Можно выбирать возраст любой, вот. Ну и возраст, с которым общаться разный, вот. Так вот. И общаться можно на любую тему, как на пушу, так и на нормальную тему, вот. Собеседника вот так вот искать когда. Да, начать чат. Еще раз нажимаю. Оно ищет после начать чат собеседника вот. И собеседник пишет. Если вам не нравится, что пишет собеседник, есть восклицательный знак. На него нажимаете. И пожаловаться. Если не хотите жаловаться, отмена. Если хотите пожаловаться, подтвердить. И выбирайте статью, по которой жалобы идут. Другое. Мошенничество, оскорбление, спам, порнография. В данный момент любое выбирайте и жалуйтесь. Человека забанено. Вот. Вот, находим человека. Немного реклама лезет между этим, поэтому вот такое все зависшее. Вот. Здравствуйте, вот. Нашли человека. Есть крестик. На крестик нажимаем «Завершить беседу». Если не хотите завершать, отмена. Если хотите, вот «Завершить» кнопка. После завершения, ну, придумает. Искать заново нового собеседника или изменить параметры. Изменить параметры — это вот выбрать другие параметры. Вот, например, вот так. Вот. Общаться можно на любую тему. Вот. Привет. Там, где нарисован смайлик возле чата, нажимайте, и можно выбирать любые смайлики. Вот. Выбирать так же самое любые смайлики, вот. В данный момент выхожу из чата. Изменить параметры. Вот. Тут есть... Что в данный момент по рекламе. Реклама тут платная, чтобы ее забанить. Поэтому я рекламой пользуюсь. Ну тут такое вот. Что по настройкам? Настройки вот. Настройки — это вибрации, звук, уведомления, оповещения. Ну тут все стандартно. Изменить фон чата — у меня этого нет. Поэтому фон чата изменять не буду. Всех приглашаю общаться в чат. Пишите лайки, ставьте комментарии. Обязательно жду всех в чате. Можно общаться в чате на любую тему, как на пушу, как на нормальную, так и вообще общаться. Если кто-то не понравился, либо выходите с чата, либо заблокировать, и вы больше этого человека никогда не находите в чате. Поэтому чат как-то не будет вам себя подсовывать таких людей, с которыми вам неприятно общаться. Выбирать можно любой возраст. Например, мне столько лет вот тут, а я выбираю вот столько лет. И уже общаюсь вот. Никто никогда не узнает мой пол, мой возраст вот. Точно вот. Как-то вот так вот. Поэтому вот,
кто и как общается, никогда в этом чате не узнаете. Так само, как вы можете этого просто не сказать, кто вы есть в чате. Поэтому всех приглашаю в чат. Ссылки под видео в описании. Заходите в чат. Всех жду для того, чтобы со всеми пообщаться. Иногда я бываю в этом чате. Но, скорее всего, вы не узнаете, когда найдете меня в этом чате, что это я. Поэтому приятные беседы анонимно вам в этом чате. Всем спасибо за просмотр. Пишите комментарии под видео. Свое мнение про такой чат. Что вы вообще думаете?